Раиса Нур. Мы с сыночком верхом на коне держим путь по огромной стране. А страна — это наша квартира, островок необъятного мира. И трещит по углам коридор, дор-дор, что соседи придут, это вздор. Приходите, соседи, за солью, но не более, не более, не более. И слыхать далеко иго-го, иго-го. Увлеклась я, сынов, не игрой, ай-яй-яй, побежала скорей за метлой. Ох, роскошная вышла коняшка, только сыплется хвост у бедняжки. Я скакала, забыв про бед, 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 что совсем не 15 мне лет. И секла Чингисханова племя, а его самого прямо в темя. И слыхать далеко иго-го, иго-го. А кольчуги фольгою звенели, от врага только перья летели. Мы победные арии пели, мы несли небольшие потери. Все по-честному, все без обмана, одолели врага бусурмана. И сказал мне сынок, засыпая: знаешь, мам, я тебя уважаю. В воспитательном смысле того иго-го, иго-го.